Итак, сайт у нас есть. Процесс раскрутки — это вещь довольно-таки не быстрая, но мы это все равно будем делать. И для того, чтобы как можно быстрее получить заказы, вам нужно просто самим идти на те сайты, которые уже посещаемые. То есть пока мы достигнем посещаемости нашего сайта, пройдет время. Но сегодня мы уже можем использовать те ресурсы в интернете и на них размещать информацию о своих товарах, услугах, о своем сайте. Вот, собственно, эти ресурсы нам нужно найти и на них разместить информацию. Итак, как их искать? Ну, допустим, вот у меня есть такой вот сайт Amazon Kindle, да? Для того, чтобы мне найти ресурсы, где уже можно сейчас разместить информацию, мне достаточно набрать, собственно, то, что я предлагаю в поисковике. Вы можете набирать свои товары и услуги и увидеть, какие сайты выходят первыми. Можем отфильтровать только казахстанские сайты, допустим, если нас интересует аудитория Казахстана. Итак, вот у нас, собственно, появился список сайтов, на которые уже первыми выходят по данным запросам. Вы просто открываете этот ресурс, начинаем с первого. И смотрим, что это за сайт. Так, это у нас Smartland.kz. Так, посмотрим, что такое Smartland.kz. Ага, это получается мои конкуренты, и они тоже продают планшеты для чтения. Ну, собственно, у них я разместиться не смогу, поэтому этот вариант отпадает. Вот, и так далее, собственно, я могу просматривать все ресурсы и находить для себя подходящий вариант, где я могу разместить объявление. Вот. Далее я вижу, что второй по списку ресурс идет Satu.kz. И это сайт, на котором можно бесплатно разместить свое объявление. Поэтому первым делом я размещу здесь. И так далее. Uvision.kz — это сообщество казахстанское, где каждый может писать на любую тематику. Его также можно использовать в SEO-целях, размещая публикацию и проставляя в тексте ссылку. Вы сможете таким образом поднимать еще свой сайт в топе. Вот, это все список сайтов, где можно, как можно искать такие сайты. Еще как можно искать? Есть казахстанский как это называется, сервис, да, рейтинг казахстанских сайтов, и можно на нем проверить, какие сайты являются самыми посещаемыми. Причем здесь можно отфильтровать по тематике. Если вы видите конкретно вашу тематику, вы можете посмотреть, какие сайты по вашей тематике присутствуют в Казахстане, и попробовать там разместить информацию о себе. Ну вот я вижу топ-20 сайтов самых посещаемых. И что здесь можно
По-моему, на Nur.kz в личном профиле можно размещать информацию. Я не помню, есть там доска объявлений или нет, но можно проверить. На Kiwi.kz можно разместить видео о своих товарах и услугах, и это тоже значительно может вас прорекламировать. Социальный сервис Numbo я не знаю. Slando.kz один из самых посещаемых сайтов. И, кстати, бесплатная доска объявлений. Здесь обязательно разместитесь. Таким образом, можно через данный сервис подобрать себе тематические площадки, на которых может находиться ваша целевая аудитория, и там разместить информацию о себе.